действует из всех средств для поражения любой техники, в том числе западных, европейских, которые сейчас приходят, и на перспективу. Российская армия сейчас хватает и сидит. Вообще-то была обездвижена, она наехала на противотанковую мину по правой стороне. Слетела гусеница, машина была разута, прошла ходовая часть. Поищу ребята по правую часть, верхнюю часть, правую сферу, башню между Терекой и башней. Если обойти с правой стороны, ими дронами машины подбивали с пилотами коммуникации. Купили ланцет, еще машина была покинута, наши ребята экипаж доложили, да, но оставили его. Машина, да, экипаж остался жив, его这个是俄罗斯的这个德国豹坦克，是吧？是目前世界上来说比较先进的一款这个主战坦克了啊，是生产于德国啊，对吧？咱们看一下吧，豹坦克，看吧，看。КЗ-4 на тот момент, поскольку у них вот сами были легкие танки, они больше количества никогда не брали в бой. Чтобы это использовать, Ригу они наваливали. И вовсе так. Как-то по минным броне ставили пушку, да, в случае рембитали 75 мм против танка. Экипаж 3 человека, крыша открытая. Я не веду ее от Это другие. No, this is funny, that guy is moving. We trapped that guy in a trap. It's great. Это просто для аллегории, что история повторяется. Мартер и Мартер. Тогда они типа еще на русскую землю. А теперь немецкое правительство политически решит на решение немецкие танки отправить на Украину. Они опять катаются на русской земле. Да, они вот здесь, потом качественно. И что? Так и будет. Это для отстрела дымовая завеса. Дымовая завеса? При начале наступления, либо при отходе. Она не вращается, просто стационар проверяется. Стационар отстреливается, дым скрывается, дым плохо просвечивается, просматривается. Башня вращается. Башня, конечно, вращается. Там, сколько лежит, там у вас одно, один, два, три, пять.
Подбили сверху дрона. 70. Прилетел.
бы школьников, студентов. Тебе эта звезда далась? Спросить. А куда эта очередь, не знаете? Смотреть вооружение. Все понятно. Вооружение. Оружие. Трофей. Понятно. Сюда нужно пораньше приезжать. Потому что когда я пришла, там уже была очередь. А сейчас так она вообще вот. Вот отсюда начинается. Все равно интересно, что это такое.
за ремонт и эвакуационные машины. 4 тонны весит. А, ну вот, кстати, возможно, на том же. Смотри, все правильно, у него спереди съемные прямо на этот чуть. Скорее всего, впереди стоит девятый. А, пропустите с другой стороны. Я тут. Идите сюда. 57, наверное. Так, голову повернули. Вот американцы. Я впервые такой вижу. Обычно люди, конечно. А что? Стан. Абрус американцы. Это Абрус? Да. Видишь? Флаг. Флаг 3? Just a couple of days ago.